если дела победы лежат по этим разным поездам. Судьи Ладынин, Разинов, Ельский. Попросили заступки Русской Республики, приправимы вигражні виїзди категорії 20 кілограмів, а то загалом це мортвіля і мов. Наберу приглашається Чукарів Євгенія Росія, Лукова Марія. После этого поединка состоится награждение. Представляю участников поединка салон фигуры 69 килограмм. Боец красных войск Евгения Чугарева, Россия. Боец синих войск Алина Любова, Молдова. Не опускай, Жень, жестче, 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 ручки не опускай. Дальний, дальний, Саша. Женя, дальний, дальний. Вот так, молодец. И ножку. Ножку добавляй, Жень, ножку добавляй. Левую. Жень, ногу добавляй, ногу. Женя, ногу добавляй. Лауки! Женя, ногу добавляй, ногу! Молодец! Они могут сейчас. Отдай! Да-да-да-да-да, Жень, ногу добавляй! Вот, да-да-да! Жень, ты вот так и работай! Да! Жень, только ножками не лишь. Ногу, дыми руки! Женя, добавь ногу, добавь ногу! Бросай! Молодец! Они могут сейчас бросить. Жень, пойдет, проходы в ноги пойдут. Волосы заправь. Женя, ногу добавляй и проходи в ноги, она будет падать. Вот и все! Молодчина! Держать! Прижми, держи, держи, держи! Вот так, держи ее там! Жень, вот так же, так же. Так же, Женя, так же, и в ножку. Правую кросс делай, проходи.
двойку и проходи. Проходи, готова она падать. Бросай! Голкип еще один. Синий низко бьет. Первое предупреждение на всю синий гость, больше не бывает, но не могу все страшно. Давай, 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 Жень. Женя, давай, давай, двойку. Бросай, бросай, бросай. Молодец. Бросок. Жень, 2 балла. Один из бросок разобрался. Давай, 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 давай. Двоечка, Женя, и в ноги, и все. Два балла надо, Женя, 2 балла. Давай, давай, давай. Дальней рукой встречай, Женя, сразу в ноги. Ближе к ней. Еще раз. Женя, давай, 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 давай. Стоп. Физический орел на всю синий гость. Жень, дальней рукой и в ноги, все. Дальний. Вот молодец. Еще бал. Женя, дальней ручкой подойди ближе. Бал нужен. Молодец. В этом поединке за 3 минуты 24 секунды предъявлено преимущество победы одержал боец с красным поясом. И прошу всех тренеров, этих спортсменов, чтобы пришли с ними. Даже чих вынужден по-русски говорить, чтобы кто-то что-то понял. Тут одни союзные руки. Это же кривочек, да? Да.
Кто? Алексей. А, не, он не драк. Он же а женихусне, приступимо к оценению первой ваговой категории мистерства Европы. Вага до 50 кг. Вес 50 кг. Мистерни Европы се стала Мордвина Юмо, Русская Република. Победила Мордвина Юмов, Россия! Цели předává prezident Světové federace Sergej Astachov a sponzor Alexander Zajcev. Zazní hymna na počest mistrně Evropy Mordvina Ljube, Rusija. Blahopřejeme a na počest mistra čempiona Evropy zahraje ruská národní hymna.
На друге місце се помістила Олга Сопромова, Русько. А позор, мистрині Європи, титул мистра Європи зіскала Лена Чеховська, чеська Олена. Попросím, аби вжди і к оценінні прийшли тренери дане виправи. Tentokrát trenér České republiky Jiří Vondrášek. Ocenění titulu mistra Evropy a předání stříbrné a bronzové medaile bude oceněn vždy i trenér dané výpravy za odvedenou práci. Tak trenér České republiky Jirka Vondrášek, ještě. Blahopřejeme a na počest mistrně Evropy zahraje česká hymna. Pobědnička, čempionka Evropy, mistrně Evropy Lenka Čechovská. Попрошу тренер русской сборной, приходи ко мне. Девчонки, мы гласим на вашу вагу категории. Тентократ жены до 60 кг. На третьем месте Екатерина Абуд-Молдова. Blahopřejeme, ceny opět předávám. Tak, opět předávám prezident Sergej Stachov. Oceňuje mistrní Evropy a mistrně i jeho trenéra ruské sborné. Který bude oceněn za dobře uvedenou práci. Blahopřejeme! A na počest mistrně Evropy, čempionky Evropy,
Takže poprosím trenéry, aby připravili své závodníky k dalším zápasům o bronzové, stříbrné a zlaté medaile a titulu mistrů Evropy. Я сейчас играть не буду, я боюсь, что я не снял.
есть мальчик. Ну, 4 деликатности мальчик. Это мощность. Ну, точнее, мощность, энергия. Вот 2000 мальчик. 6 мальчик. Один молодой Иисус Красногорск. Один молодец из красных поясов. Один молодцы с синим поясом. Аргенец молодцы с красным поясом. Техническое время молодцы с синим поясом. Да, не пива.
выпечку нам. Один молодец в синем поле. Они помогают из разных поездов.
Вам так же ногу правую бросай, все. Бей право ногой. Вот и все, вот и все. Ногу добавляй. Вот, Женя, как делать? Можно, можно. И ногу сразу. Вот, бам. Активность. Объем синим. Дело, дело, уже! Мальчик, не мог поговорить! Так же, Курбан, так же. Ногу добавляй. После удара. Молодец, Ногу туда. Бал. Проверяй рукой, проверяй. Thank you.